6 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской республики Илхама Алиева и президента Республики Хорватия Калинда Грабар-Китарович один на один. На встрече было подчеркнуто успешное развитие связи между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Было отмечено значение официального визита президента Азербайджана Илхама Алиева в Хорватию с точки зрения дальнейшего укрепления связи между нашими странами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.